5 сентября 2023 год, афоризм дня на сегодня такой. Воспитанность – это навык прикрывать рот не только чихая, но и вовремя. Написал 18 декабря 2010 года этот афоризм. Что еще на такие же темы у меня есть? Есть афоризм: молодость — это когда чувство ритма намного важнее чувства такта. Совесть. Совесть многих беспокоит только храпом. Да, пожалуй, достаточно. Да. Воспитанность — это навык прикрывать рот не только чихая, но и вовремя.